Очень понравился, неожиданно было приятно, потому что сначала сказали, что будет какой-то просто музей. Мы так сначала отнеслись к этому скептически, потом, когда уже зашли, прошли сквозь офис. Вот, и очень было приятно увидеть историю клуба, и очень приятно, что можно было посмотреть всякие видеонарезки именно тех победных матчей, которые у них были. They have a rich history over here, and a lot of us don't know that much about it, so it was cool to learn and see the history of the team. Я так понимаю, что это голограмма. Сначала ты видишь, как непонятную абстракцию, так сказать. И сверху, когда выключается свет, сверху включается прожектор, и внизу фотография Никаса Галлиса, да, я так понимаю, который подкидывает мяч. Так и можно сказать, что современные технологии уже присутствует в этом музее, очень было приятно и здорово. I liked that it was so informative because, like I said, we don't know the history about that, but you go in the museum and you can watch all the games, all the big games they had, and everything is right there. So, I mean, I thought it was really interesting. Party starting to jump and yo, I'm hot as the equator. Now it's time to just chill and wine. I'm lamping by the pool with a bottle of wine and a shorty on my lap running up.